Всем привет слушателям и зрителям моего канала. И сегодня третий фильм на тему «Польша. Все для людей». Вчера я узнал такую новость. Оказывается, возле нашего завода, прямо непосредственно граничит с заводом, дом для инвалидов. Ну, он такой небольшой домик одноэтажный. И в селе он выполняет функции как пристанище для дневное, как бы пристанище для инвалидов, для тех, кто не может остаться дома сам. Поляки утром привозят их туда и после работы там вечером забирают. Там такой есть пандус, вход для инвалидов специально для колясочников. Меня это очень удивило, честно говоря, потому что для села, маленького села, в 3500 населениях, я не постоянно повторяю это, потому что не перестаю удивляться. У нас в городах такого даже нету, в 100 тысячниках. Вот в частности, в том городе, в Молдове, в котором я живу, у нас 150 тысяч населения. У нас такого нету. Дом для инвалидов. А здесь, в маленьком селе, в 3500 населения, есть домик для инвалидов. Вы представляете, вообще в маленьком селе дом для инвалидов, то есть для досуга, для если ты дома не можешь оставить инвалида сам, или там ему скучно, ты можешь привести в этот дом, ну, естественно, заплату там какую-то, и они там находятся целый день, проводят время, за ними ухаживают, они там, может, как-то общаются, я не знаю, типа как дом престарелых, только это дом для инвалидов. Это Польша, ребята, это Европа, это Польша, это село 3500 населения. И такое здесь есть, в маленьком селе. Как это возможно? У меня до сих пор, у меня просто мозг разрывается, насколько я еще сколько буду узнавать фактов, что здесь есть. И не просто в Польше, да, какой-то там, где-то там в Польше, а в том селе, где я живу. Я еще много тут узнаю. Тут, оказывается, еще какие-то заводы есть, фабрики, тут есть какие-то производства, тут есть, оказывается, 2 магазина частных, где фотографируют. В одном из них я фотографировался. Лавка такая, где именно все по фото. Здесь столько еще всего есть интересного, что я еще буду долго узнавать вам и рассказывать эти факты. Вот такое вот, вот такая вот Польша. Всем пока, ребятки.